Весной к состоянию тротуаров особое внимание. Важно убрать лед и снег для безопасности жителей. Потому уборка придомовых территорий Урая проходит ежедневно. В каждом дворе можно встретить человека с метлой или лопатой. Татьяна Беляева 20 лет работает дворником. Старается, чтобы ее участок всегда был образцово-показательным. Потому на капризы погоды реагируют мгновенно. Но мы стараемся работать и без выходных, и сразу снег выпадает, сразу чистим, все убираем. Колодцы вычищаем, да. Все это отмостки чистые у нас все. Закрепленные, значит, дома, 8 подъездов за каждым дворником. Как внутри домов, так и снаружи. То есть территория внутри этих подъездов уборка. Территорию убираем от снега, льда, то есть от мусора. Ну, в общем, вот так вот у них закреплены. Уборка придомовой территории начинается рано утром. Жильцы выходят уже на чистые дорожки. Урайцы работу дворников видят и высоко оценивают. 20 с лишним лет я живу в этом доме. Сколько у нас было дворников, и раньше были дворники другие. Но вот лучше их никто не работал, вот честно говоря. Мы очень ими довольны. Всего 16 управляющих компаний отвечают за чистоту тротуаров вдоль своих домов. И каждый из них поддерживается в надлежащем виде.